готов. Все. Жара пошла. Перед нами диссольвер навесной. Управление. Подходим к управлению. Реверсное включили. Управление. Реверсное управление. Запустили. Запуск где? Ой, сильно. Вот, вот этот запуск зеленый. Какие сейчас обороты? Сейчас показывают обороты или частоты? Нет, частоты на 30. Частоты на 30? Нет, точно? Да. Смотрим, что здесь. Давай, если частоты на 30. Ну и поддержим, конечно, крепление у нас. Сейчас выставлю. Нужны полуты. Нужны бы упадая, хорошо. Угу. Не понял. А что нажимать? Ничего. Выключу. Так, еще раз. Подключили, включили. Угу. Подключили. Замигало. Убрали на ноль. Резистор убрали на ноль. Да. Включили. Малые обороты пошли. Эти обороты мы уменьшаем. Здесь показывает циферблат. Надо на 30 умножать, да? Да. Вот сейчас сколько? 4 на 30, да? 5 на 30, 150. Mm-hmm. 150 оборотов. Давай я буду фиксировать. Да, на полном крепление не будем включать обороты. Ну, на 1300, если да, сможем. Хорошо. Да воронка выровняется, сможем. Да, она уже выровнята воронка, смотрите. Смотри, хорошо, сейчас обороты какие? 11 на 30, 12 на 30. Давай максимум, что можешь дать. Это же почти максимум. Есть. Да нет. Давай еще чуть-чуть. Еще можем? Нет, ладно. Подожди, подожди. Сейчас сколько тогда получается? 12, да, на 30? 1200. Сейчас? Какие 1200? 15 на 30 это 450. 450 обычно самые опасные обороты. Ну, в смысле, шатает фрезу обычно. Это ложится на бочку, на дежу. Сейчас бочка короткая, а здесь у нас около... Тут подстойки надо ставить. Подстойки ты же видишь? Дело специально, это установить подстойки, чтобы жестко было зафиксировано. То есть у нас 3 кВт. Ты... Да? Ну да, если 3-киловаттный двигатель, то может быть. Сколько, сколько поднял? Это где-то на 700 ты поднимал, на вид. Еще мне надо 1300. Полторы тысячи. Вот 1500. Если бы вода была загущенная, то воронка держалась бы посередине, так как вода жидкая, ну сейчас без загустителя, без смеси. Так, убираю. И когда не, воронка бы жесткая, когда бы жестко закрепленная. И жесткое закрепление. Мы да. под каждый диссольверный можем сделать стойки определенные. Угу. Мы сделаем так же. Все, чтобы показывать клиенту, что воронку все делают. Так, ты что, мы эти железяки не отдаем клиенту маленьким? Все, позорится. А вдруг он скажет, пойдет ему? Смотри, переключить реверс, сразу не получится. Вы войдя в ошибку, все. Реверс, а то реверс и не нужен вообще. Про реверс видишь? Надо вообще забыть. Зачем нам реверс вообще? Ну, ты можешь в разную сторону крутить. Да, понятно, но для краски не надо реверс. Стоп. Включаем в другую сторону. Так. В другую. Да. Вода была раскручена в другую, а теперь она долго в другую раскручивается. Ну, пошла потихоньку. Пошла потихоньку, раскрутилась в другую сторону. Ну... Опять же, без розетки, вот так. Сколько проводов тут? 4 провода. Да понятно, ну 4 провода. На автомат. Почему ты думаешь, что на автомат? Для безопасности надо только на автомат. Вот это подключать только на автомат. Двигатель такой. 3,3 кВт. 3,3 кВт, трехфазный. Все, 380. Ну, пока все.